когда окончилась война, он не вернулся, чтобы увидеть сына. Остались у мальчишки ордена отца, погибшего под городом Берлина. Тихо сказала мать: «Бойцов не радеет строй, должен и сын героем стать, если отец герой». Жизнь порой была трудна, но перед каждой новой вершиной задумчиво глядел на ордена отца, погибшего под городом Берлином, и говорила мать: «Бойцов не радеет строй, должен и сын героем стать, если отец герой». Мечта его была ясна. Звал парня космос, звал неудержимо. Увез на космодром он ордена отца, погибшего под городом Берлином. Знал он, что скажет мать: «Бойцов не радеет строй, должен и сын героем стать, если отец герой». Когда огромная страна следила нежно за полетом сына, от гордости сияли ордена отца, погибшего под городом Берлином. «Правду говорила мать: бойцов не редеет строй, должен и сын героем стать, если отец герой».